В этом видео я создал свой собственный тир-лист от лучших до худших ютуберов. Прежде чем я начну, обязательно поставь лайк данному видео, так как создать подобный контент очень сложно. Надеюсь на ваше понимание. Первый ютубер у нас сегодня будет Иван Гай. А Иван Гай у нас будет лучше, но с самого низа. А дальше этот мужик, я вообще без понятия, кто это, и поэтому я не знаю, кто это такой. Поэтому он попадает в категорию, я не знаю, кто это. А дальше, это у нас кто такой? Тоже без понятия. Ферамир. Ферамирчик, ну, как сказать, типа, отвратительный, но, может быть, чуть-чуть в норм придет. Это что-то знакомое. Ну, хороший, значит. Это тоже не понимаю, кто. Дилерончик, богоподобный, 100% богоподобный, потому что я вот раньше вот постоянно смотрел, пока он не забросил свой канал. Так, это девчонка, вроде бы миленькая, но, если честно, я просто не знаю, кто это, но она очень миленькая, поэтому пойдет вот в родительное. О, Фрост. Фрост — это богоподобный человек. Я его до сих пор, бывает, иногда посматриваю, но очень изредка. Дальше какая-то опять девица. Девицу мы, конечно, отправляем, я не знаю, кто это. Сливки Шоу. Сливки Шоу, конечно, он очень даже неплохой. Тут даже стоит задуматься, куда его закинуть. Либо в норм, либо хорошо. Но я больше склоняюсь к хорошему контенту. Давайте, знаете, что будем еще делать? Будем вот менять, ну, ставить на первые те, которые я считаю, что намного лучше, чем предыдущие, короче. Вот. Так, Дружко. Дружко идет в хорошее. Даже может быть лучше, чем эта анимация. Так, что идем дальше. Дальше у нас The Brandit. Это легенда. Даже будет получше Фроста. Дальше у нас идет какой-то интересный мужчина. Это, честно, я не знаю, кто это, иди отсюда. Следующий мужик у нас, тоже не знаю, кто это. Почему-то очень много этих блогеров, я вообще не знаю. Что-то знакомый, типок, но я не могу вспомнить, кто это. Поэтому идет в отвратительные, потому что я не помню, кто это. Так, это кто? А это кто, ребят? Я не могу разобраться, кто это. Это у нас кто? Ладно, я не знаю, кто это. Мармок, это просто легенда. Это легенда, наверное, Ютуба, я бы так сказал. Поэтому пойдет он в первую позицию в богоподобное. Макс, 100-500. Ну, это норм. Это норм, но лучше Ферамира. Так, дальше King DM, вроде, если не ошибаюсь. У него контент классный. Я его закинул хорошее. Может, даже лучше, чем Дружко. Вот такие дела, короче. Дальше у нас какой-то котяра. Иди к черту. Вот это Демастера, думаю, знаю. Но Демастер, он неплохой. Я бы его закинул в норм челики. По середочке. Тогда я его закину по середке. Вот, норм челик. Норм, просто норм. Дальше у нас идет этот анимация. Очень прикольная, она неплохая. Поэтому идет хорошая в хорошее. Может, даже лучше, чем вот эта анимация. Так, дальше у нас идет Аид, если я не ошибаюсь. Аид у нас, ну, сказать честно, ну, отвратительным его не назовешь. Но можно его закинуть, наверное, в норм. В норм. Закину в норм. Мне он не очень нравится. Но не отвратительно. Брайан Мапс. Ну, Брайан Мапс, если судить честно, то у него очень классный контент раньше выходил. Сейчас бывает иногда что-то интересное, но он сильно испортился в контенте, поэтому я его закину в норм. Даже лучше, чем Демастер. Вот. Дальше, получается, идет у нас этот, как его?
Блин, Мамикс, во, Мамикс. Вспомнил. Это Мамикс. Мамикс, конечно же, мы закинем в хорошее. Даже, ну, на уровне, наверное, со Сливки Шоу, я не знаю. Давай, да, на первую позицию. Сливки Шоу немножко отступило, но ничего, думаю, страшного здесь не произойдет. А Литвин, ну, это легенда. Даже, может быть, лучше, чем Мармок. Чем-то, да. А, так, какой-то опять... А, это опять какой-то котяра. Это этот... Блядь, забыл, как его... Ну, это, короче, очень популярно. Это тоже ютубер. Я бы его закинул. Очень интересный такой типок. Я бы его закинул в... В нормальное, даже лучше, чем вот эти двое. Дальше у нас идет тоже какой-то неизвестный человечек мне. Этого тоже не знаю. Влад Бумага. Но с Владом Бумагой все сразу ясно. Я его откидываю в отвратительное с самого начала. Сейчас меня будут хейтить ужасно, но просто я его не переношу, в принципе, тот контент, который он сейчас делает. Раньше, да, было классно, классные игры всякие устраивал, все вот это вот, а сейчас он вообще ничего такого не делает, только детский контент, поэтому он отвратительно самым первым попадает. Что-то знакомый мужик, поэтому я его закину просто в отвратительное. Потому что я не помню, что он делал. Такие-то бабуси. Бабуси нам не интересны. Адми. Адми очень, я да вам скажу, интересный такой канал. Бывает, она посмотрю. Он хороший, очень, даже бы сказал, хороший, но не лучше, чем King DM. Это Масленников, или мне кажется? Но если это Масленников, то, скорее всего, я бы закинул его в одно из лучших. На уровне с Литвином. Они оба хороши. Дальше у нас пойдет этот старик, забыл его. Но он тоже неплохой, но я его в серединку вам закину. Похуже, чем Brain Maps, наверное. Так, дальше перчик. Перчик, это вроде бы Эдисон, но типа тоже детский контент, пускай будет отвратительно. Что-то у нас Shadow Press, так вроде, если не ошибаюсь. Но Shadow, ну, у него контент получше, чем у Эдисона, мне больше нравится, но я все равно закину в самый конец, норма. Он почти так же сам, как и отвратительно, поэтому немножко лучше, чем отвратительно, поэтому попадает у нас в линейку норм. Следующий. Бустер. Ну, Бустер классный тип, мне нравится. Он хороший, поэтому я его закину на уровне между Адми и Дружко. Вот. Дальше у нас идет какой-то неизвестный типок. Это тоже какой-то неизвестный типок. Это тоже неизвестный А вот Хайман, это уже интересная личность. Я бы его закинул тоже между... после, наверное, Дима Масленникова. Вот это вот примерно то, что я хочу... Сейчас, ой, моргер, не, ну ты сразу идешь в отвратительное, самое первое, я не переношу тебя, прости. Глент, может быть, и есть интересный контент, поэтому попадет сразу в норм после Брайна Мапса. Дальше у нас... если это вдуть, то, в принципе, норм. Будет после вот этого мужичка. Евген Бро, я его особо не смотрел, поэтому не знаю, ну, отвратительным назовешь отвратительным, давайте уже после перчика.
Перчика. Это я даже не знаю кто. Лолошечка. Ну, Лолошка до сих пор остается одним из самых популярных майнкрафтеров, поэтому я бы его закинул даже лучше, чем Хаймана. Потому что его контент меня очень сильно радует. Иногда. Катайн. Катайн тоже богоподобный человечек. Ну, не лучше, чем Мармок, конечно. Поэтому он остается здесь. А дальше у нас идет тоже какая-то интересная личность, которого я не знаю, поэтому иди во вкладку «Я не знаю, кто это». Винди. Вот с Винди уже поинтереснее. Тут очень даже задуматься. У него очень интересный контент. Это точно. Но запомните, всегда есть какие-то рамки, в которые он не заходит. Получается, его можно запихнуть как хорошее, бесподобное, нормальное. Но отвратительным не назовешь. Нормальное? Да, назовешь. Хорошее? Ну, можно назвать еще. А богоподобным? Ну, не знаю. Богоподобным я бы его не назвал. Поэтому давайте мы его запихнем в Винди между бустером и дружком. Это кофе? Или мне кажется? Да, это кофе. А у кофе, ну, можно назвать уже даже богоподобным между Зубрайном и Фростом. Так, дальше у нас Даркар, вроде, если я не ошибаюсь. Но у него контент прикольный, но он уже забросил канал, к сожалению. Ну, его запихнем. Хорошее с конца. Да. Дальше. Позировать он нам сегодня не будет, к сожалению, но он попадет в нормальную темку под названием «Хорошее после между Мамиксом и Сливки Шоу». Мастерское настроение попадет у нас в хорошие руки, поэтому он вместе с Адми будет на одном уровне. Ярик Лап, легенда, которую я смотрел когда-то в детстве. Но, наверное, он попадет в нормальную темку такую. Я бы его закинул даже вместе с Глентом. Вот классный мужичок. Спокойный такой, спокойно общается. И набирает популярность. Набирал популярность, точнее. Это я знаю, но не помню, как его там называют. Но он бесподобный. 100% бесподобен. Пускай он будет здесь. Этого не знаю. Как-то много я людей вообще не знаю, в принципе. Вот этот создал очень классных много мемов. Я бы его назвал, добавил бы в нормальный с конца. Этого я не знаю. А Зомби Чес. Ну, Зомби Чес уже поинтересней. Зомби Чес, он идет у нас даже лучше, чем Катайн. Да, конечно. Так, это сюда. Это что-то знакомое, но не могу вспомнить. Поэтому он пойдет в нормальное с конца. Так, этих я не знаю. Tellblocknet. Tellblocknet. Ну, Tellblocknet идет в норм. В норм. Мне Адми и мастерская настроение больше нравится, чем Tellblocknet. QDPI или как его? Не, Qbyte. О, Qbyte, точно. Qbyte вроде бы называют. Его мы закинем в хорошие. Вот сюда. У него классные обзорчики на фильмицы. Так. Комбяков пойдет у меня в хорошие, ребята. Вот этого знаю, One Two идет как, ну я бы сказал, даже вот так вот, даже в богоподобные каналы, потому что он реально легендарный, там классная, я бы сказал, атмосфера, классная, все можно сказать. Ну, короче, в итоге у нас получился вот такой тир-лист. Надеюсь, вам это видео понравилось, потому что оно было очень унылым, согласен. Потому что нет у меня пока идей, ребят.
Скоро что-нибудь придумаю и начну делать что-то более масштабное. А сейчас пока занимаюсь полной ахинеей. Ну, это ерунда. А, поэтому мы с вами прощаемся. Увидимся с вами уже в скором времени. А, надеюсь, ты уже поставил лайк, подписался. Потому что от этого зависит мое продвижение на площадке YouTube и в других сетях в общем. Поэтому, ребята, обязательно жду вас у себя на канале.